Всем огромный привет! Сегодня мы готовим нежнейшие тефтели из куриного филе с картофелем в молочном соусе. Попробуйте, как это вкусно! 300 граммов картофеля натрите на крупной терке. Картофель сразу промываем от крахмала и отжимаем от воды. Затем в картофель натрем одну крупную луковицу. Добавим одно куриное яйцо и сюда же отправляем 600 граммов куриного фарша. Я использую рубленый куриный фарш. Одну чайную ложку соли и смесь перцев пол чайной ложки. Можно заменить на черный перец. Тщательно перемешиваем. Если чувствуете, что фарш получается жидковатым, а нам нужно будет сформировать тефтели, добавьте 1 столовую ложку муки с горкой. Из фарша влажными руками формируйте шарики и выкладывайте их в форму, смазанную растительным маслом. Отправляем в разогретую духовку при температуре 220 градусов на 20 минут. Затем возьмите 1 столовую ложку без горки картофельного или кукурузного крахмала. Также нам понадобится 500 мл молока. Добавим сначала небольшую часть для того, чтобы без комочков развести крахмал. Затем вливаем остальную часть молока. Пол чайной ложки соли и пол чайной ложки молотого чеснока. 100 граммов любого мягкого сыра, который подходит для запекания. Я взяла моцареллу. Итак, прошло 20 минут. Куриные тефтели с картофелем начинают подрумяниваться. Заливаем молочным соусом с сыром и снова отправляем в духовку. Через 20 минут вкусные тефтели из куриного фарша в молочном соусе готовы. Молоко можно заменить на сливки, получится еще вкуснее. Приятного аппетита и до новых встреч в следующем видео!